Водителя Mitsubishi Fuso, который врезался в мост на спортивной, привлекут к ответственности. Это отсутствие документов на грузовик, полиса ОСАГО, исправного тахографа, техосмотра, разрешение на переоборудование тягача, установку подложных знаков или световых приборов с несоответствующим режимом, превышение допустимых габаритов или массы, несоблюдение требований дорожных знаков, а также за повреждение железнодорожного моста. Как сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по Владивостоку, в отношении 52-летнего водителя сотрудники полиции составили 8 административных материалов по 6 статьям. Напомним, инцидент произошел 4 октября. Часть железнодорожного моста на Спортивной обвалилась. На дорогу рухнул бетонный фрагмент тротуара с перилами. Это произошло после того, как под мостом проехал тягач Mitsubishi Fuso, перевозивший экскаватор. В данном происшествии пострадавших нет.